Заключительный день форума не проходит даром для участников и организаторов. В смене прошел брифинг, в ходе которого говорили о плюсах и минусах форума. Затем волонтеры высказали собственные предложения для дальнейшего развития подобных мероприятий. Очень интересно. Аж захватывающе, если честно. Очень хороший коллектив, все добрые люди, разнообразные. Все такие разные, и это круто просто. Правда, я рад, что у нас происходят такие форумы, съезды. Вот. Они очень влияют сильно на просто мышление. Они взрывают мозг, и это круто, если честно. Лучших волонтеров Краснодарского края наградили за активное участие в проведении молодежного краевого слета добровольцев. Очень рад, что наш 9-й отряд, наша 9-я команда по итогам команды образования заняла первое место и названа самой дружной командой. Нам вручили дипломы. Я думаю, это отличное подспорье для будущего волонтерства всей Кубани. Альберт Минаев и Виолетта Андриенко стали одними из победителей краевого конкурса на лучших добровольцев Кубани. Участники поделились своими впечатлениями. На самом деле, прекрасное впечатление от форума, вообще от самого лагеря «Смена». Тут прекрасная архитектура, это первое, что бросилось в глаза. Очень интересный зал, где показывали социальные ролики. Ким невероятный человек на самом деле, он заставил действительно вот задуматься и прям вот в душе тронуло. Комок в горле стоял, когда смотрел его ролики. Тяжело было даже как-то удержаться и слезу не пустить скупую мужскую. Форум мне запомнился больше тем квестом, когда сплачивали команду. Потом было замечательно, как и открытие нашей смены, так и закрытие. Спасибо огромное вожатым, организаторам за эти эмоции. Это останется надолго в моей памяти и в моем сердце. Форум завершился, но добрые дела на этом не заканчиваются, обещают участники.